Ну убивает. Ну, в середине какой-то небольшой ступор был, но в целом хороший второй. Так, повезло, что это наверх поехал. Ой, жирных не было практически. Как ты? Я же прям встал, в тебя стрелял и... Как это было? Я до конца не уверен до сих пор, реально нужно ли ломать эту перегородку слева. Я обычно ее в какой-то момент ломаю, не сразу же. Иначе они начнут сворачивать. Но здесь, мне кажется, даже не это повлияло. Ну, это вот мой обычный пейс, я бы сказал. Не самый плохой, но и без корабля, естественно. Фреймы зачем считать? В смысле, зачем? И фреймы. Где тут фреймы, считаю? Ну, все еще ровно иду. Ну, опять такой же девятый, где эти вниз ехали. Ну, бомба мне, я думаю, особо ничего не дала, хотя, может быть, без нее было бы хуже, возможно. Гадом быстро они все.
Ну блин, я не взял корабль. Ну какого хрена? Он прям передо мной был. Бомба была. Этот кто-то ездит. Все плохо. Такой шанс был корабль взять. Даже если по времени я бы все он потерял, но если бы я сейчас был с кораблем, потенциал намного больше был бы. А это уже не знаю. Вот опять как. Хочу не взорвал, но был бы пофиг, если бы взорвал на самом деле такой пейс. Как-то лето. Же шикуешь. Да, всю жизнь не меняется. И не знаю, как что должно произойти, чтобы что-то изменилось у меня в жизни. Здесь прекрасно, да что прекрасно. Не, жизнь в целом говно какое-то происходит, жизнь ужасная, отвратительная. У меня жизнь еще не такая плохая, но тоже прекрасный назовешь. Блин, второй раз везет с бомбами. Голдан. Солнце нужно быть. Да фиг его знает. Да нет депрессии, у меня состояние стабильное никакое. И я думаю, что тут уже ни солнце, ничего особо не повлияет. Я как-то зафиксировался вот в таком состоянии. Пока что ничто не способно на него повлиять. Да и солнце какое сейчас, лето уже закончилось. Да и лето я все просидел, в общем-то. А сейчас уже тем более. Все даже. Блин, это секунда от лучшего пейса. Как я умудряюсь так много терять на первых уровнях, а потом так отыгрывать вот ближе к середине. Блин, наверное, с бомбой было бы чуть быстрее себе бомбу взял, но не среагировал. Здесь 36 уровней, он в сплитах видно. Там внизу, средний сплит отдельно. Это середина игры, вот я сейчас прошел. Блин, взять что ли каску? Да! Бомба была, ну ладно. Главное, что они не взяли бомбу, это важнее, чем мне ее взять. Оригинал Battle City. Там последние уровни неприятные, так. В какой-то момент разгоняется. Все, минус корабль. Блин, надо сконцентрироваться.
Да, мне уже не будет sub-19 по-любому. А, мне еще попали, да как это? Надо было раньше начать ломать. Ух, повезло, что не выстрелил. Блин, можно было в голду сделать. Забавы. Ну как, я начал не за баллы, сейчас Need for Speed там накидал баллов, поэтому еще минимум еще один стрим будет. То есть, я думаю, ну типа... Без баллов я, может быть, пореже бы запускал или что-нибудь такое, но в целом... Изначально я все равно планирую в этом году сделать SM19. Блин, я уже сегодня разбанил один арк. Сегодня за... Я не планировал сегодня амнистию проводить. Я еще уверен, что я забанен, потому что мне особо в бане-то и никого нет почти. Ну, естественно, жизнь никак это не изменит. Не то, чтобы я хотел менять свою жизнь. Глобально, по крайней мере, кардинально. Вы не попали. Ну, ПБ возможен, sub-19. Думаю, нет. Топовый уровень. Жесть, это точно голда. Это мой лучший пейс, но тем нюансом, что я вообще до сюда не часто дохожу здесь. Еще ничего не значит. О, повезло. Сейчас... Нет, это не голда, но тоже хороший уровень. Не, ну если вот так буду идти, то можно и sub-19 делать, конечно, но я не особо верю. Ну да, у меня еще сейчас здесь голда еще не оптимальная, поэтому. Но это самое близкое, естественно, к sub-19 space, который у меня был здесь. Да. Да куда ты? Ну, ладно, повезло, что развернулся. Да на второго танка еще пофиг. Блин, я этот уровень не люблю, капец. Они еще взяли фигню, естественно. Так дебильный уровень, они его еще хуже сделали.
Нет. Хорошо, но корабль сбил, он мне нужен. Корабль. Окей. Сам 19 фейс, блин, ну чё за... Блин, минус бомба. Повезло, что не уехал. Это, кстати, ПБ хороший был. Бомбу сейчас возьмет. Фух, не взял. Так, окей. Yes. Это ран с довольно плохим началом, но очень хорошей концовкой. Прям все как надо в конце. Окей, укладываю, заливаю и больше никогда не смогу это улучшить. Спасибо всем за GG. Хороший ран, наконец-то. То есть даже неохота лезть. Можно, конечно, там сказать, что вот, там еще начало можно там получше было бы сделать, но в целом по совокупности рандома это очень хорошо.